Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин ToCamp, и вот такой вот удобный и прочный корпус для прикуривателей, для USB и всего прочего, который можно использовать в лодке, также можно закрепить на столике нашего производства. Сюда можно, например, установить вот такой двойной USB прибамбасик, который с подсветочкой вот так будет у вас держаться, и зафиксирован он будет изнутри. Здесь у вас получается два отверстия для крепления практически любой поверхности, горизонтальной, вертикальной, плоской и так далее. Внутри у вас есть место для подведения проводки к данным гаджетам. Вот. Пластик морозоустойчивого удара прочный. Он сделано, естественно, это в Китае. У нас пока что еще не начали делать данные прибамбасики. Вот. Но могу сказать, что крепится это все и выглядит достаточно эстетично. Размеры у данного корпуса: длина 8 сантиметров, ширина 53 миллиметра и высота максимальная получается где-то 48 миллиметров. Вот. Понравился данный корпус для электрики в лодку, автомобили, куда угодно. Можно оставлять заявочку. Кроме того, у нас на сайте вы можете найти достаточно широкий ассортимент USB, вольтметров, прикуривателей, которые можно использовать в том числе и на лодках, не только ПВХ, но и других плавсредствах. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.